Здравствуйте, ну наконец-то я добрался. Года не прошло, приехал к своему другу. Рыбалки вы наши с ним видели. Вот, представляю вам Андрей Николаевич Шварев, собственной персоной. Куда ты в холодильник тогда прячешь что-то он там? Да. Он я что-то... за встречу хотел. А, за встречу, подожди, попозже. Это попозже. Попозже? Попозже. А будем? Будем. Будем. То есть, видите, у нас как у нормальных людей... Все замечательно. В общем, как я это называю? Спасибо, Ляля, что ты меня к искусству приобщила. А то я раньше и не знал, что муза – это сила. У нас еще сегодня в гостях Айдын Сафарович. Он любит у нас тоже живопись. Приехал картину покупать. Хорошую выбирать будет. Да? Ты да, смотрел. Говно. В общем, у нас все самокритично. Все говно. В общем, Андрей Николаевич у нас мало того, что талантливый человек, он еще у нас и художник. От слова худо. Рисует так, что никто не нарисует. Ну, в общем, я... Не умеет. Да, в общем, я сейчас покажу. Он еще коллекционер, кстати, картин у нас. То есть он коллекционирует работы тоже художников. Вот это вообще, как сказать, это даже не золото. Это даже не деньги, картина, вот, когда ты коллекционируешь, это бесценный вклад. Какой вклад? Да вообще. Банковский. Это даже банковский вклад, он медленно курит. Вот я сейчас покажу, вот видите, какие вот, это вот у него какой-то набросок, да, Андрей Николаевич? Это работа. А, работа уже. Да, еще не оформленная. Александрия, наверное, как она называется у тебя? Ну да, прибрежная линия города Александрия сделана по... навеяна, так сказать, этими пейзажами александрийскими. Вообще крутяк. Вот. А самое-то интересное, я вам что хотел рассказать-то. Я у него в том году, у меня спрашивает, такой, что тебе на день рождения подарить? Я такой, подари мне картину. Он такой говорит, картину я тебе не подарю, а копию возьмешь. Я говорю, конечно возьму с автографа. У меня же картину проблематично отжать. Вы представьте, очередь стоит у нас по картинам. Есть еще вот такие работы. Вот это у нас выставочные работы, да, Андрей Николаевич? Ну, которые оформлены, они готовы к выставке. Да, это готово все к выставке. То есть вот такая вот у нас. Вот такая. Я там где-то видео снимал, то есть вы можете все посмотреть. Там отдельно живопись вся отснята. Потому что тут тоже сложно передать все картины под стеклом, и они бликуют маленечко. Это у нас получается высоковольтные провода. Высоковольтка. Высоковольтка. А это вот тоже у нас Александрия. У меня работа дома другая. Вот еще работа, видите? Это не моя работа. Это не твоя работа, да? Но вот это-то твоя? Это моя. Вот это, видите, тоже такая оригинальные работы. То есть дома у вас, в коттедже, в офисе должны висеть... Хорошие картины, которые должны радовать вас и ваш глаз. И чтобы гости приезжали и всегда смотрели, а что это такое вообще? Как так получилось? Да? Что у соседа есть, а у меня да, нет. Да. Расскажи что-нибудь, Андрей Николаевич. Что рассказать? Ну, что-нибудь интересное. Вспотел? Да, вспотел. То есть я к нему, представьте, год. Вот у него, представьте, смотрите, какая мастерская у него. Я был еще, он ремонт не доделал в том году, а сейчас у него, смотрите, тут... Видите, как все здорово? То есть все по полочкам, все по порядочку. То есть я вот вам друзей сейчас их показываю, чем они занимаются, как они живут. Хобби вот это вот настоящее. Вот видите, там краска. Дорогущая. Дорогущая краска. Вообще зачет. То есть это такой кабинет. Тут вот вверху подешевле лежит, внизу подороже. Это кабинет релаксации такой. Вот здесь, вот видите, диванчик такой. Мы после всего, как снимем, выпьем бутылочку. То есть у нас вечерние разговоры. Когда ты такие вещи говоришь, надо направлять. Да, ну вот мы сегодня вот так, мы показывать не будем, потому что у нас гости дорогие приехали. Живопись будут покупать. Наверное. Так что вот так вот. И там, видите, у него много-много разных работ. То есть все в процессе. Нижняя тоже твоя? Нет, нижняя не его. Коллекционная какая-то у него. А коллекция у него достаточно большая, мы ее показывать всю не будем. Так что вот так вот. Мы там видео снимали, я отдельно снимал по работам, но почему-то народ как-то шибко не смотрит. Я не знаю почему. Как-то, видать, люди
Почему вот Андрей Николаевич не смотрит? В чем причина, думаешь? Может, я плохо снял? Ну, во-первых, плохо снял ты. Ну, скорее всего. Да, а во-вторых, это ж надо, чтобы работала душа, работал ум. Да должна быть тяга. То есть вы представьте, вы домой приехали, у вас не только обои там или какие-то стены, то есть все должно быть красиво. Висит какая-то работа известного художника или неизвестного художника. То есть лучше, чтобы наших друзей, Андрей Николаевич, например, мы с удовольствием. Ну, то есть вы можете зайти куда-то и приобрести себе работу. Есть еще какой момент, Андрей Николаевич? Вот, допустим, бывают работы, да, вот они дорогие. Вы не можете себе позволить купить, но можно сделать копию, в данном случае, как у меня. То есть я вот, допустим... Вы тут предлагаете реализовать целый бизнес? Ну, это же хорошо. То есть я, допустим, вот представьте... Нет, ну это уже вторично, это, как говорится, продукт переработки. Ситуация какая... Вы о чем хотите разговаривать? Да подожди, да, я скажу. То есть вот он, мне понравилась у него картина, и я не успел приобрести у Андрея Николаевича. Он говорит, я говорю, ты бы сможешь еще нарисовать такую? Он говорит, нет, она должна в одном экземпляре быть. Я говорю, ну ты можешь мне копию сделать? Мы отфотографировали ее, и мне сделали копию. Он мне там расписался, сделал мне автограф. У меня сейчас мелкий ходит. Знаешь, что мне мелкий сделал? Он приклеил от пятерочки, там пятерочка. И он на нее приклеил пятерочку. Пятерку приклеил на нее. Значит, она ему понравилась. То есть, понимаешь? Он получил пятерку, поставил, да? Видишь, как здорово. Даже не знаю, что вам сказать. То есть, у меня ребенок даже оценил ее. То есть да, вот, вот такая мастерская, то есть все здорово, все замечательно. Вот сейчас потихонечку тоже хожу, то есть я не всегда к Андрею Николаевичу в гости приезжаю, мы в основном летом чаще на рыбалке встречаемся, но я всегда с удовольствием слежу за его творческим путем и вам того же советую. Да вообще, чтобы дома было красиво и так далее. Тому. Там, видите, у него... Он, я это все видел, мы хотели вам показать, но это точно затянется часа на 4. Там море всего. То есть это вот наброски, а потом... Потом из набросков у нас получается... Видите, сразу, оп. Человек знает, что делает. Ты снимаешь? Конечно, снимаю. Тут можно долго, да, там есть да. Другие работы, это вот такое, там вот где вот у него авангард вообще такой, ух, есть, ух. Где у тебя авангард, там у тебя авангард? Да я откуда знаю. Ну я же снимал у тебя пачку, когда обзор делал, где он у тебя пачка? Тут? Там есть шикарнейшие работы, давайте там показывать. Там есть вообще, ого-го, это травки, муравки, все замечательно, там есть вообще здорово все. Там есть шикарнейшие работы. Что ли? Да, вот отсюда можно вообще смело начинать. То есть надо просто покрутить это все дело там. Там много всего интересного. Вот так вот можно даже, да, вот так вот. Андрей Николаевич нам сейчас скажет, где, как, что. Где остановиться? Да, где остановиться вовремя. Вот, видите? Да, один дальше листай. Вот прикольно. Вот можно так посмотреть. Да, вот лучше так вот ее издалека. Света, то есть это для ценителей. Это реально для ценителей, кто понимает в этом. Там вот яркие, вот это синее, вот тоже зачетное будет вообще. Красота. Но это тоже прикольно. Они все прикольные. Вот тоже, давай следующую. Это все. Как, то есть вот это сейчас, то, что написано, вот это все можно оформить грамотно, это еще все заиграет. Скажи что-нибудь, Андрей Николаевич, вот что тоже такая есть? Прикольная, в офис ее, ух. Ух, в офис. Смотрите и получаете удовольствие. Да, тут можно просто смотреть, вот это тоже шикарно, как называется? Белые столбы. Белые столбы, о, улет. Я в офис такой. Так вот лучше. Даже боюсь спросить, сколько стоит. Во! Вот это тоже огонь. Я любитель такого. Как называется? Это? Да. Ну, по всей видимости, тут деревья, тут вода.
Какая нет? Я вот другое вижу. А что ты видишь? Бутылку? Нет. Что? Нет. Что за бутылку? Что за бутылку? Что ты видишь? Для меня это, знаешь, получается, вот какой-то вот выход в море, это что-то такое, вот в туман какой-то. Вот тоже такая штука прикольная. Вот это вообще огонь. Вот это сейчас ты поставишь. Горы какие-то тут вообще тоже зачет. Вот это пошло как раз то, что я люблю. Вот эти всякие вот. Ух! Вот оно сейчас. Вот шедевры это начались где? Мне бы сейчас штатив. Андрей Николаевич, сейчас покажем. Да, принеси штатив мой, пожалуйста. Сейчас на штатив. А вон у меня стоит за этим. Вот начинается, вот мне что нравится, вот кайф самый. Треугольники вот эти вот, все, вот сейчас я тут поставлю, все. Вообще огонь. Вот что надо покупать-то. В закромах тут я что-то опять проворонил это все дело. Во, сейчас я вот так вот все сделаю. Один сафарович что у нас перебирает, все. Интересно все. Вот. Вот вещи, вот они пошли. Вот смотрите, сколько, в виде всего прекрасного. Давайте следующие, как на поток, пойдем. Здорово. Что здорово. Представьте это в какой-то... Да домой это все надо домой. Я бы вот было, у меня, возможно, весь дом бы за картину завешал бы картинами. Вместо обоев. Ну, вместо обоев-то, наверное, да. Много будет это. Пропала работа. Да нет, не пропала. Джоэла. Вот еще, да, вон, видите, вот она красота где. Кто-то скажет, ну какая-то фигня, ну есть и такие, не каждому свое. Каждому. Сразу просто, что у Сергея такой же друг, как и он. Ну да, мы все тут. Дурачок. Да нет, мы все тут улетевшие, ну все. Поэтому кто-то там говорит. Металлургия оказывает. Свои воздействия. Мы живем на Урале, у нас тут сифонит иногда. И мы на горах живем, радиация кругом влияет все. Нет, ну я-то родился не здесь, я родился в Крыму. У меня еще оттуда. Вот это тоже шикардос. Как называется? Это сфинксы. Сфинксы? Да, это Питер. Семен. Не, ну вот знаешь, вот так вот смотришь вот с точки зрения, да, вот обывателя. То есть вот ты мне сказал, да, вот я сейчас представляю, что это вот оно. Вот это тоже такие вещи. Это на ценителя, на большого. Это тут на очень большого ценителя, конечно. Хорошая работа. Дождик такой. Почему дождик? Не дождик. Это поле, небо. Поле, небо, снежное, да? Да, вот там горы на горизонте. Вот уже видите, как вот тоже момент такой. Вот один человек вот видит, допустим, я вижу это по-своему. Нет, вы это, пардон, по-своему. Вы свое по-своему оставьте при себе. Есть замысел конкретный. Не, я не спорю с вами, Андрей Николаевич. А остальное все как бы. Не, ну я же. Вы просто развиваете образ вот таким вот образом. Ну да. То есть, а здесь пардон, вот видите, концепция другая. Да мне, мы тут все друг друга понимаем. То есть, видите, здесь действительно снежное поле, там, представьте, мороз у вас. Поле снежное, там вот еще что-то, какой-то момент. Камень. Камень? Пирамида. Камень. Тоже такая. Ух. Ух. Да. Сейчас. Вот вы представьте, сколько можно времени находиться и вот просто вот на это все смотреть. То есть мы вот сегодня с большим удовольствием. Это что у нас такое? Сено. Сено? Точно, слушай, копна. Копна. Вот я олень-то. Я тебе говорю, вот ты просто, дружище, перебрал. Нет. У тебя просто мужичок не так работает. Нет, у меня всегда мужичок не так работает. Поэтому мы и разные все. То есть, вот видите, вот всякие такие моменты. Тоже что-то такое оригинальное. Это как бы посвящено всяким... Японо-китайским делам. Японо-китайским делам? Японо-мама, да. Японо-мама. Небо, дерево, сосна. Вообще здорово. Просто здорово. Сейчас мы дойдем, там еще впереди много всего интересного. Вот такая вот есть. Вот
Тоже, да, из двух половинок можно сделать такую. Ну, это одна и та же практически работа. Ну, вот я вижу, что где-то рядом. Ты тоже. Просто она более читабельная, здесь более понятные контуры. Вот это вот тоже огонь вообще. Вот это тоже. Нет, не это. Это тоже огонь. Вот это тоже, да. Не, видите, я командую этот. Может позволить себе пока. Да, могу пока позволить. Такая шикарная работа тоже. Вот видите, сколько... А, падает! Сколько всего интересного. То есть это все можно оформить и заказать. Вот это тоже вообще классно. Вот это вообще очень шикарная работа. Очень. Это работа, которую я делал на заказ и которую по какой-то причине постеснялся продать. Почему? Не знаю. Нет, шикарная хотя работа. Я продал это. Ну это кама, наверное, у тебя. Нет, тут не в этом дело. Я человеку продал три работы непосредственно для интерьера. Вот, и одна была из этих работ, из которых я выбирал, была вот это специально написано под заказ, хотя там тоже три работы под заказ. Угу. Да, это осталось здесь. Это шикарная работа. Вот этих тоже вот штучек, вот эту нижнюю, тоже огонь вообще. Такая тоже. И вот этот потом квадрат, вообще зачет. Такая тоже. Вот что это такое? Это берег реки, тополя растут. Мне кажется, что это муравьи. Ну, все зависит от того, что вы пьете. Нет, я все завишу. Я завишу от того, что... Ну, меня вот... Я видел муравейник близко-близко, поверь мне. Близко-близко. С того, как покурил. И вот, для меня это реально муравейник. Вот оригинальная работа вообще тоже. Я вот такое больше люблю. То есть, такое тоже. Типа альфа-омега. Начало и конец. Начало и конец. То есть, такие шикарные работы. Да. То есть вот видите, сколько всего. И мы будем показывать. Ну найди там что-нибудь еще такое интересное, Андрей Николаевич. Вот сейчас покажу хорошую работу. Еще огонь тоже сейчас будет. Я даже про регалии Андрея Николаевича не буду рассказывать, потому что это бессмысленно. Да нет у меня регалий. Да есть регалии. Не регалии, это называется достижение. Достижение. Он весь в медалях, в орденах, в почете. Вот видите, Андрей Николаевич, у него вот, он профессиональный художник, и у него вот хобби. То есть, понимаете, как сказать, вот это на вдохновение все, когда тебя придет муза, посетит, и ты выдаешь вот такие работы. Это тоже здоровская работа. Такие тоже своеобразные. Че, когда в Нью-Йорк-то поедем, рванем? Андрей Николаевич. Как денег. Как продадим, так и поедем. Да как продадим-то на Арбату? Машину тоже починим, мотор поставим. И крылья приделаем. С уральских гор как рванем. Да. То есть видите, у нас тут... Это море. У нас край тут вообще чумачечий. Вы видели у нас Александра Владимировича, ребят Кузнецов Павла Егоровича с Андреем Владимировичем. Андрей Николаевич сейчас вот показывает. То есть видите, Шабалина дизайна вы уже знаете. Этого психа ненормального. То есть я-то у них вообще самый-самый улетевший. Они меня поэтому все и уважают. Жалеют. И жалеют меня, да, бедолажку такого там. Я у них самый оторванный. Пробивая путь. Вот это тоже шикарная море, работа. Реалистичный пейзаж. Такой, уральские горы. Вообще красота. Один Сафарович там не может оторваться от процесса, он выбирает. У нас вот сегодня вот такие посиделки, сегодня пятница, вообще просто чудеса. Вот реально ты приезжаешь как кабинет релаксации, вот просто смотришь и вот, ну, вообще отдыхаешь. Потому что наши будни, они нас реально добивают. Ну что, все, шедевры закончились, что ли? Да, сейчас проза жизни будет. А теперь проза жизни. Ну что, на этом, наверное, будем мы потихонечку сворачиваться. Я еще самое главное не показываю. Еще самое главное. Ты на коллекцию будешь свою показывать? Нет. А что ты будешь показывать? Я вам покажу последнее достижение. Последнее достижение? Эфира. Это то, что я не видел. Наверное, не знаю. Я не видел, наверное, последнее достижение. Ну-ка, давайте показывайте мне последнее достижение. То есть ты на мольберте будешь все демонстрировать? Ну, наверное, проще будет на мольберте. Ну да. Не, вообще. Ну-ка, давай, я сейчас заценю.
Давай. Скажу, смогу ли я это продать или нет. Ну, я скажу, тебе далеко еще до меня, Андрей Николаевич. В смысле? Я-то бездарь. В плане чего далеко? Ну, как это? Искусство. Ну, давайте начнем с этого. Давай, рассказывай. Ну, вот. Ну, это мы уже показывали. Этот материал, эта работа выполнена в материале масляные пастели. Новый материал для себя открыл. Ну, тебе нравится им работать? Да, конечно. Больше всего мне нравится цена, которую он стоит. Ну, то есть демократично или нет? Или дорого? Очень демократично. Очень демократично? Настолько демократично, что капец. Ну, пусть она увеличивает, там большой формат идет. Большая работа идет. Такая, о, и такая зачетная. Вот это вообще прикольно. Это Анатольская? Анатольская? Конечно, со стороны поля, где ты застрял на УАЗике. Где мы застряли на УАЗике. То есть, вот видите, мы на УАЗике застряли. Да, и теперь ты ее должен купить. Сколько? Договоримся, но не в прямом. Я понял тебя, что я попал опять, да? Ну, слушай, ну ты что, имей совесть, Федор? Ты всегда думаешь, что ты сам. Ты мне сейчас заедешь опять, я в обморок упаду, я спать сейчас не буду. Копию будешь покупать. Копию? Ну ладно, мы о цене. Я его сегодня, мы с ним разберемся. Не вот это вот Анатольская, прикольно. А почему ты, слушай, вопрос, а что ты большой формат не написал? Кого? Ну вот Анатольскую. Ну закажите, напишу. Ну то есть у меня есть шанс еще. Конечно. А скидка будет? Ну, будет. 50%. Ну понял, ладно, все, слава богу. Ты понял, как это? Слава богу. Ты понял, да, с чего будет 50%? Я понял уже. Поплывем мы с тобой на рыбалочку, да, поплывем еще. Все впереди у нас. Не, вот это, давай вот эту, да что ты, показывай эту тоже. Ну все равно он доделается, что. Хорошая работа тоже. Тоже. Я уже несколько лет ее делаю. Тоже видите моменты, почему тут несколько лет тут на работу уходит, что-то не нравится, что-то надо добавить, что-то убавить. Тут опять не убавишь, тут только добавишь. Да не, хорошо все видно, вообще замечательно. Вообще, Анатольская, давай Анатольскую, я буду сейчас озвертать Анатольскую, дай. Вот она пускай сегодня целый день стоит, мне ничего не надо уже, я уже нашел, ребята, видите, все. Вот что значит приехать к другу и тебе сразу... Испортит настроение. Ну, сразу же, все, вечер потерян. Доставай бутылку сейчас, все, буду страдать. 50%, да какой тут 50, у меня завтра ценник выкатит такой. Я уже чувствую, мне придется опять что-то продать. Подсказать. Да. Обменка. Почку продать. Обмен может какой-то присутствовать. Может поменяемся, Андрей Николаевич, что-нибудь на что-нибудь? Лодку с мотором, нет, это святое, не отдам. То есть видите как, не, вот это конечно, ну я если, это тоже и формат, наверное, побольше, скорее всего. Нет, ну видишь, все работы малоформатные, поскольку... Да не, ну понятно, что... Условия жизни, отсутствие мастерской. Высказывались, компактные, да. Компактные, видите, да. Сейчас как бы... Это же 40 на 60 у тебя получается? Какая? Ну вот в Анатольской. Да я не мерил. Ну 40 на 60 она. Ну откуда я знаю? Я знаю, потому что... Да я не думал никогда об этом. Вопрос в другом, что сейчас вот тут 1.20 на 70 или сколько тут? Вообще, смотрите какая... Ой, огонь. Ну ладно, все, я пошел страдать. Там еще работа есть? Да все, завязано, я уже не могу, я уже потом все... Потом вторая я, часть? Я плачу на второй части. Я только разошелся, хотел рассказать. Ну давай рассказывай, что ты хочешь рассказать? У меня еще картина есть. Давай вторую часть. Я сейчас подожди, я прослезусь опять. Не, слеза уже тут все. Это кто понимает вот в этом? Я уже думаю, куда я буду вешать. У меня, кстати, знаешь, какой подвох? У меня день рождения скоро. Нет, сначала у тебя, потом у меня. На день рождения подарю. Не повезло. Ну подари мне свою почку. Нет. А что? Я уже ее заложил. Я уже заложил ее. Простите, не могу, я заложил. Один Сафарич, ну что ты скажешь? Хорошая работа? Очень даже. Все, сейчас что-то буду думать опять. В общем, меня озадачили в очередной раз. То есть надо срочно продавать картину Нью-Йорк. Можно часами смотреть. Да, вот это, конечно, зачетная вещь. Там есть у него еще кое-что, но мы это уже во второй серии. Все, ребята, вот такие у нас вечерние посиделки. То есть Андрей Николаевич Шварев, грандиозная живопись. Я такое люблю.